такой смешной, он воспитание смотрели его или нет? Какой смешной мальчик? Который улыбается. Хайвей? Да. Нет, еще не смотрела. Значит, он в этой команде. Ты уверена? Но там же не будет. Ты же сказала, он выступал вместе с Хайвей, да? У нас же еще остался вон там рядышком, который... Мы же смотрели его. А это что было? Это был рэп, который такой дерзкий рэп. А, да? Да, все. Окей, значит, здесь Хуавей. И здесь Чанши. Чанши здесь. Да. Посмотрим, правы ли мы или нет. Надо, да. Это танцы? У них люстра была. Танцы? Танцы. Танцы. Или Мо здесь. Мо. Как круто. Красиво. Люстра не любят на этом шоу. И вот эти вот дым, пары дыма. О, какая музычка. Вот Хайвей. Угу, точно. Дэмпин здесь. О, вот это с банана. Ага. Очень сильно же платье. Угу. Это танец, да. Но это какой-то странный танец. Измо. Но мне нравится звучание. Звучание нравится. Но танец. Пока что я так не вижу. Как будто рэп. Почему моих любимчиков не показывают крупным планом? Да, в этом выступлении вообще мало кого показывают крупным планом. О, прикольные мотивы такие. Да. Ну покажите чаще близко, ну что такое? Теперь это бокал. Короче, чего только нет в этом выступлении, это при одном кажется. Классно, вот сейчас классно. Mm-hmm. Мне нравится припев. А, вот ехали. Я его тогда спутала. Песня классная. О, прикольно. Ты почувствуешь, что танцует только блондин? Кто? Блондин. Чанси. Чанси или Лимо? Чанси. Нет, который сейчас в центре кто? В центре? Лимо. Лимо? Может, я хочу. До этого я просто не помню, кто была. Даже говорю, тут рэпы и вокалы. Ну, как раз таки больше всего здесь рэпа и вокала, даже больше, чем танцы. Спасибо, мальчик. В этом было. На-на-на-на-на, Зерентия. На-на-на-на. Нет, это в шип уже было. А, шип. Точно, точно, в шип, шип, я вспомнила. Перепутала. Вау, он классный. Он стал увереннее в себе после того, как с F пришел в A. После того, как он получил автограф от Минхао. Все мечты у вас были, и попал в A, и... А тот их получил. Теперь осталось только попасть под дети. Да. Вау, вот это движение, да? Mm-hmm. Короче, вот припев вообще идеальный. А мне рэповые части нравятся. Нет, рэповые части не должны нравиться, я имею в виду про танец. Покажите мне чанши крупным планом! Ну что такое? Смотри, как. Но даже фанками не будет такого крупного плана. Мне вот это еще мне часть нравится. Вау, ты всегда звук. Как волынка. Да, вот. Класс. Классно. Это реально круто. Да, мне понравилось. Но не понравилось не так, как выступление Кунсона. Ну, извините, потому что там был танец,
А здесь ты внимание вообще на танец не особо обращаешь внимание? Да, оно смотрится как... Просто выступление. Просто выступление, да. Да, просто... Как вот с первого тура. Да, да, да. Здесь, если бы мне сказали, показали, я бы даже не поняла, что это танец. Категория танца. Категория танца. Да. Я люблю выступления именно... И, блин, почему все операторы против меня? Вы не показываете мои пьесы? Да смотри, вот на стоп-кадре зато. Зато именно на стоп-кадре я пьес. Да. Это выступление мы оставили на десерт, потому что там... Наши... Биос Минош и Жан Ю, который мне очень-очень-очень-очень-очень очень, очень нравится. Я знаю, что Ли Вэй не на первом месте. Но какая разница? Так он там где-то рядышком, на втором, на третьем. Нет, он на этом. А вот Жан Ю, Ю Вэй? Да. В смысле? Ну, в смысле, из онлайн-голосования, когда во время выступления. Нет, я про общую говорю голосование. А, про общее голосование еще же неизвестно. Там, кстати, был, когда я после эпизода, он был на четвертом. Ну да, вот он немножко упал. А вдруг он еще упадет? В любом случае, он у тебя на хорошей позиции. Ладно, мне просто главное, чтобы он попал в топ-9. Пусть в отличие от Джан Ю, я очень переживаю. Я прям, блин... Мне кажется, это последнее выступление, которое я с ним посмотрю. Так, подожди, здесь, по-моему, на первом месте, так что все может быть. Люди начали голосовать, и все. Когда в топ-60 был на 40 каком-то месте, то есть... Мне кажется, он только за него начали очень активно Давайте начинать. Да, я много болтаю с вами. Здесь еще, кажется, Мензе. Ну, по-моему, здесь песня классная. Мензе! Кстати, он тоже классный. А, это же этот... Господи, как его? Ивэй! Это рэп категория. Твой любимчик. А, да, я видела, что... А, это он на первом месте. Он, вот этот мальчик на первом месте. Потому что... Ну, в смысле, имеется в виду вот этой команды. Потому что показывает, что тот был. Если я не ошибаюсь, потому что я точно не знаю. Я так поняла, что просто вокалист попал в эту команду случайно. Почему случайно? Им же нужен вокалист. Ну вообще же это рэп-команда. Юэй страдает, послушайте. И Дзелин тоже страдает. И Садзайн тоже. Ох, сколько эмоций! Капец, у меня мурашки. У меня мурашки. Жалко, я не понимаю.
пересматривать много раз. Просто даже не из-за любимчика, а что... Sorry, чего? I'm a love? Что там было? Красиво. Красиво, куку. Еще так красиво сделали, что ты не отворачиваешься. Это слишком красиво. Это вишенка на торте. Да, прям. Это было прям... Шикарно. Спасибо, спасибо. Вау! Это классно. Атмосфера вся. Честно, у меня прям вот так вот внутри все вот так колотится. Потому что, во-первых, там Жан Ю. Он шикарно поет. Во-вторых, Минзэ упал. Я за него жутко переживала. В-третьих, Сызянь офигительно читает рэп. Я непонятно вообще. Ну, как бы, мы же не знаем китайский о чем. Но столько эмоций просто... Порвал всех рэперов. Да, честно, да. Вот мне кажется, из всех рэперов он был самый офигительный. Чувствуются и он, эмоции, вот это вот все. Стоит талант. Да, прям очень. Мне очень понравилось это выступление. И не только потому, что там уже не Сызянь. Залин тоже так прям эмоционально читал, пел. Залин после Ювей был такой черненький. Ты еще говорил, что он с повязкой ходит. А, да, ну вот это не он, как бы я перепутала с другим, просто он был похож на него. А, так я поняла. Он тоже, он просто тоже такой дурашка, он вечно такой смеется, шутит, и тут такой серьезный. И прям чувствуется, что тоже он определенные эмоции вложил в это выступление. Пожалуйста, напишите мне название песни. Честно, я не смогу пересматривать это выступление, потому что я буду переживать каждый раз, когда буду видеть, как Минзэ падает. Смотри фан-кам про своего любимчика. Я не буду переживать, потому что его сразу подняли. Со слёд так, как пёрышко упало, так же поднялся легко. Да, 1.90 метра, как пёрышко упало. Вообще, ему было не больно. Пожалуйста, Ювей, попади в топ-9. Ну, Ювей, я думаю, попадёт. Жан Ю, топ-35. Ничего не знаю. Люди голосуют, голосуют. А уже голосование закрыли. Ну, после того, даже как они пройдут, и дай бог они пройдут, дальше продолжаем голосовать. Да. Всем спасибо, это было шикарно.